Сделайте 7 вдохов и 7 выдохов. А сейчас вы наблюдаете за своими мыслями. Отслеживаете их начало и их конец. Наблюдая за мыслями, вы не вовлекаетесь в оценку и содержимое своих мыслей. Они просто есть. Они живут своей жизнью, а вы — своей. Наблюдайте за мыслями, как если бы вы наблюдали за потоком горной реки, сидя на берегу. Наблюдая за мыслями, ваше тело расслабляется. Мысли и эмоции становятся все спокойнее и спокойнее. Сейчас вы чувствуете некую легкость или воздушность в вашем теле. Мысли текут, а вы за ними наблюдаете.
Сейчас ваше тело находится на более глубоких уровнях расслабления. Ваш ум спокоен. Вы чувствуете, как ваше тело покидает напряжение. А вы погружаетесь на самые глубокие уровни расслабления. А сейчас представьте, что вы находитесь в месте своего покоя. Это могут быть лес, поляна, горы, река или берег океана. Это ваше место покоя. Оно ваше потому, что вам здесь комфортно. Вы расслаблены. Вы здесь отдыхаете. Находясь в месте покоя, вы призываете своих ангелов-хранителей. Выразите им свою любовь. Сейчас вы идете и наслаждаетесь своим местом покоя. Оно удивительно. Двигаясь, вы наслаждаетесь пейзажами. Вы ощущаете радость от происходящего.
Всматриваясь вдаль, вы видите небольшую гору. Она вызывает у вас интерес. И сейчас вы направляетесь к ней. Подходя ближе, вы видите очаровательные пейзажи вокруг этой горы. Вы обнаруживаете в этой горе пещеру. Она абсолютно светлая. Вы чувствуете магнетизм к этой пещере. Она вызывает у вас доверие. И сейчас призовите своих ангелов охранять и помогать вам на вашем пути. Сейчас вы входите внутрь и видите небольшую комнату. А сейчас, повернувшись ко входу, вы видите, что вход исчез. Появляется свет, и вы видите, что комната выглядит как тоннель. Сейчас свет становится еще ярче, и вы видите, что в этой комнате находится 7 больших зеркал, через которые вам нужно пройти. Но не спешите. Пройдя эти зеркала, вы найдете выход. Подходя к каждому зеркалу, вы должны оставить ваш страх. Оставить его там и затем просто разбить это зеркало любым предметом, возможно, битой. Подходя ближе, вы видите в зеркалах ваш страх, его лицо и его формы. Оставляйте этот страх в первом зеркале, полностью отпечатав его в нем. Делайте это. А сейчас просто разбейте это зеркало. Сейчас вы подходите ко второму зеркалу и всматриваетесь в него. Там отражается ваш страх, имеющий отношение к вашим более глубоким переживаниям. Оставьте этот страх в этом зеркале.
А сейчас, когда вы этот фантом полностью оставили в зеркале, вы его просто разбиваете. Сейчас вы переходите к третьему зеркалу и всматриваетесь в него. Сейчас вы видите фантом ваших глубинных страхов. Соберите их в единую форму, которая сейчас отражается в этом зеркале. Соберите и разбейте это зеркало. Сейчас вы переходите к четвертому зеркалу и видите в нем вашу древнюю форму страха. Она отражается в зеркале через вас. Она проявляется в зеркале как форма. Сейчас разбейте это зеркало. Сейчас вы переходите к пятому зеркалу и ощущаете страх. Он выходит из вас и отражается в зеркале в различных меняющихся формах. Он может вызвать у вас страх, но вы — это не он. Оставьте его в этом зеркале и просто разбейте.
Сейчас вы переходите к шестому зеркалу и всматриваетесь в него. В глубинах этого зеркала отражается ваш глубинный страх. Вы его можете не видеть, но вы его ощущаете. Он очень древний и глубокий. Ощутите его. Ощутите его и разбейте это зеркало раз и навсегда. Сейчас вы переходите к седьмому зеркалу. Вы всматриваетесь в него и видите свой самый глубокий и древний страх. Ваши ангелы с вами. Выпустите на поверхность этот страх полностью. Освободитесь от него и увидьте его в зеркале. А сейчас разбейте это зеркало. После того, как все зеркала разбиты, вы ощущаете, как комната стала светлее. Вы ощущаете поток света, пронизывающий все ваше тело и ваш ум. Вы чувствуете легкость и свободу. Сейчас перед вами открывается выход. Вы выходите абсолютно освобожденным человеком. Вы идете в ваше место покоя.
Находясь в центре места покоя, вы чувствуете, как через вашу макушку головы проходит вселенский свет, исцеляющий свет. Он входит в вашу макушку головы, проходит через все ваши органы, через все ваше тело, через каждую вашу клеточку. Находитесь в этом состоянии как можно дольше. А сейчас поблагодарите ваших ангелов за поддержку, выразите им свою любовь. Сейчас пришло время возвращаться из места покоя в реальную жизнь. Вы понемногу входите в физическую реальность. Вы ощущаете свои ноги и руки. Вы ощущаете свое туловище и голову. Вы ощущаете себя в физическом теле. А сейчас в уме произнесите свое имя. Сейчас я сосчитаю от 1 до 5, и на счет 5 вы полностью пробудитесь. 1. Все, что вы пережили в этой медитации, сохранено глубоко в вашем внутреннем мире. 2. Ваше подсознание сохранило все мельчайшие важные подробности этой медитации, и все эти детали вы можете воспроизвести снова, если вам это будет необходимо. 3. Ваш пульс и ваш сердечный ритм возвращаются в норму. Сегодня ночью вы будете очень хорошо спать, и ваш сон будет восстанавливающим. 4. Вы чувствуете себя хорошо. 5. Сейчас вы можете открыть свои глаза.